Информация о правилах безопасности. Всегда будьте осторожны. Если вы заметили подозрительный предмет в общественном месте, на улице, во дворе, в подъезде, попытайтесь определить его владельца. Опросите соседей и людей вокруг. Если владелец не установлен, обратитесь в правоохранительные органы. Каковы признаки опасного предмета? Предмет упакован. Коробка без опознавательных знаков. Чужая сумка или портфель. Перевязана проводами и веревками. Звук часового механизма. Низкочастотные звуки. Не подходите, не пытайтесь самостоятельно вскрыть или передвинуть предмет. Не используйте стоя рядом телефон или другие электронные устройства. Это может представлять опасность для вас и для окружающих. Если возникла угроза взрыва, сохраняйте спокойствие во время эвакуации. Не забудьте одеться в соответствии с погодой. Не забудьте взять документы и ценные вещи, а также выключить в доме коммунальные устройства – газ, электричество, воду. Если угроза возникла в общественном месте или здании, обратите внимание на таблички выхода. Оказывайте помощь старикам, инвалидам. Возвращаться в эти объекты можно только с разрешения ответственных за безопасность лиц. Ваша внимательность может предотвратить опасность.